Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчане стали больше тратить на еду и меньше на вещи. Об этом говорят данные Кировстата о состоянии потребительского рынка в Кировской области в январе-сентябре 2020 года. 76 миллиардов рублей потратили кировчане на продукты. Это чуть больше, чем в 2019 году. 74 миллиарда на непродовольственные товары, что на 10% меньше, чем в 2019. Оборот торговли в розницу снизился к аналогичному уровню прошлого года на 5% в сопоставлении. Ценах. Объемы в общепитии во время пандемии упали почти на четверть, с 9 до 7 миллиардов рублей. Оказание услуг на 10%, с 44 миллиардов до 40. Программа «Экономика». В Кирове начали выпускать оборудование для лечения онкологии. Новые направления гражданской продукции представили на Авитеке. Там будут делать высокотехнологичное медицинское оборудование для внутрибрюшного введения лекарственных препаратов при аэрозольной химиотерапии. Первую партию уже сдали заказчику. Сейчас выполняется заказ на вторую, которая в 10 раз больше. На предприятии сообщили также, что занимаются поставками изделий для предприятий агропромышленного комплекса, железнодорожного и строительной отраслей. Экономика на 101 FM. Правительство пообещало продолжить цифровизацию МСП в 2021 году. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» войдет в новое направление цифровизации. Об этом в послании ЗАГС Собранию на минувшей неделе заявил губернатор. По его словам, оно поможет кировским бизнесменам в развитии своего дела при наименьшем количестве затрат. Кроме того, будет актуально в условиях пандемии. Многие данные, особенно о предпринимателях, так или иначе уже содержатся в электронном виде на ресурсах Федеральной налоговой службы, других ведомств, банков. Для предпринимателей вот такое цифровое одно окно станет удобным инструментом для решения вопросов с отчетностью, платежами, избавит от многих административных барьеров при получении всех мер поддержки. Добавлю, что это направление станет новым этапом развития центра «Мой бизнес». Экономика. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 79 рублей 33 копейки. Курс евро 92 рубля 63 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.